Отсутствовал на работе без уважительной причины. К такому заключению пришла спецкомиссия, которая провела расследование в отношении заместителя мэра Виктора Керонде. Сам чиновник написал в Фейсбуке, что его, скорее всего, попросят уйти в отставку. Он добавил, что серьезно были нарушены положения Трудового кодекса. Заместитель мэра говорит, что этот скандал направлен на то, чтобы заставить его замолчать. Ранее он высказывал обвинение в адрес главного архитектора города Светланы Дагатару. Он говорил, что она допустила несколько незаконных действий, при подписании разрешения на снос гостиницы Националь. Сама она обвинение отвергла. Отказался их комментировать и мэр Ион Чебан.